Всем доброго времени суток. В предыдущей части мы производили облицовку стен. В этой же части будем производить укладку напольной плитки. И завершающий этап по облицовке керамогранита. Ну что, поехали! Облицовку керамогранита, размером которого является 1,20 м на 60 м, мы производим уже по накатанной схеме. Поэтому я не буду вдаваться в подробности, так как похожее видео уже есть. Хочу только добавить, что раскладка плит была рассчитана так, чтобы первый ряд ложился целым и точно в размер. Закончили с укладкой напольной плитки, теперь приступаем к подрезкам. Как многие уже догадались, вся плитка распускалась ручным плиткорезом DLT MaxLine. Далее мы подготавливаем плитку для первого ряда. И у нас здесь очень много отверстий. Ну и для этого, чтобы сделать отверстие быстро и качественно, я приобрел вот такие вот алмазные коронки с вакуумной пайкой. К тому же этих коронок хватает надолго. Приобретал я их на сайте 9 плиток. И сейчас у них очень большая скидка. Советую, не пожалеете. Все резанные стыки мы проходим алмазным шлифовальным кругом. По керамограниту я применяю сотку. Thank you.
При укладке откоса в середине плитка оказалась горбатой, и чтобы его выровнять, я применил систему фиксации углов. Ну что ж, я думаю, что на сегодня достаточно. Ну а в следующей части вы увидите, как и чем затирать плитку и установку акриловой ванны. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.